я не снимала. Ну давай, привет, привет. Тебя еще раз. Привет. Вот. Мы восторгаемся, какой сегодня цвет моря. Красивый цвет. Какой красивый. Особенно вон там. Я думаю, что это из-за тучи, вот так вот отражается, красиво, так да. Красиво. Я сегодня на камеру. Привет. Я иду. Как дела? Хорошо. Так. Что, Володя с Олей будет, не знаешь? Володя с Олей будет? Ну все, пошли тогда, спускаемся. Если они будут, значит, они подойдут. Папа сегодня еще работает. Он сказал, на следующей недельке уже. Ему уже получше, кстати. Всем передаю привет от папы. Вот, сказал, на следующей недельке уже начнет купаться. Скоро. А мы пошли вниз переодеваться. Девчонки красивые такие. Море, такое впечатление, что сама хозяйка Медной горы спустилась и покрыла все малахитом. Боже, какая красота. У папы телефон бы еще лучше передал. У меня немножко не так краски передает, а у него бы ярче было на телефоне. Очень красиво. Все, где Надюша? Где Надюша? Мы под дождиком пошли купаться. Thank you.
кричат, давай снимай нас. Что-то мы сегодня хохочем, как ненормально. Просто песка поели. Нас загорали. Да, песка поели. Короче. Мы искупались. Сегодня вода, кстати, очень теплая, красивая. Прям замудрительно. Сейчас такие ощущения появляются, что уже хочется зайти один раз, потом выйти, потом зайти еще раз. То есть вот, чтобы двойная волна горячая была. Так что вообще классно. Папа сказал, Лёля, ты что забываешь сказать, какое число, какая погода? Сегодня 12 ноября. Помощница. 10 градусов. А что на улице? На воздухе. Ой, подождите, воды. На улице практически нет ветра, 8. Слегка моросит. 8 градусов. Все поняли. Ведущие никакие. Короче, папа скоро выйдет, потерпись. Все будет хорошо, все будет как надо. Все, пока. После купания.